В Доме культуры «Юбилейный» специалисты из Центра медицинской профилактики городских больниц бесплатно консультировали инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Пожилые случаи смогли пройти первичный осмотр и получить консультации кардиолога, эндокринолога, невролога, офтальмолога, маммолога и терапевта. Это первое мероприятие во всей этой акции, которую мы приурочиваем к празднованию 70-летия Великой Победы. Мы ее готовили вместе с администрацией Центрального района. А далее мы планируем нашим автобусом здоровья переезжать по другим районам. Посетить всех врачей можно меньше, чем за час. У пациентов также есть возможность пройти инновационное обследование состояния сосудов и сердца на аппаратах кардиовизор и ангиоскан. Результаты выдают на руки практически сразу. Автобус здоровья будет делать остановки в разных микрорайонах Сочи примерно раз в неделю. О месте проведения акции будут сообщать заранее. Акция «70 верст здоровья» продлится до 9 мая.